красного соуса, который подходит для овощей, мяса, хлеба, такой себе заменитель майонеза. Свежие огурчики натираем на мелкой терке. Сок отжимаем. Мелко режем укроп, туда же. Чеснок рубим, отправляем. Добавляем сметану, плавленый мягкий сыр. Посолить и все хорошо перемешать. Соус готов. Быстро, просто и недорого. Всем хорошего настроения, приятного аппетита и спасибо, что готовите со мной. Привет, друзья! Сегодня предлагаю вам простой рецепт любимого вкусного соуса, который подходит для овощей, мяса, хлеба, такой себе заменитель майонеза. Свежие огурчики натираем на мелкой терке. Сок отжимаем. Мелко режем укроп, туда же. Чеснок рубим, отправляем. Добавляем сметану, плавленый мягкий сыр. Посолить и все хорошо перемешать. Соус готов. Быстро, просто и недорого. Всем хорошего настроения, приятного аппетита и спасибо, что готовите со мной. Привет, друзья! Сегодня предлагаю вам простой рецепт любимого вкусного соуса, который подходит для овощей, мяса, хлеба, такой себе заменитель майонеза. Свежие огурчики натираем на мелкой терке. Сок отжимаем. Мелко режем укроп, туда же. Чеснок рубим, отправляем. Добавляем сметану, плавленый мягкий сыр. Посолить и все хорошо перемешать. Соус готов. Быстро, просто и недорого. Всем хорошего настроения, приятного аппетита и спасибо, что готовите со мной. Привет, друзья! Сегодня предлагаю вам простой рецепт любимого вкусного соуса, который подходит для овощей, мяса, хлеба, такой себе заменитель майонеза. Свежие огурчики натираем на мелкой терке. Сок отжимаем. Мелко режем укроп, туда же. Чеснок рубим, отправляем. Добавляем сметану, плавленый мягкий сыр. Посолить и все хорошо перемешать. Соус готов. Быстро, просто и недорого. Всем хорошего настроения.